Летом многие школьники предоставлены сами себе и свободное время тратят на рискованные увлечения. Результат предсказуемый. Только в этом году было зафиксировано несколько случаев травмирования детей на территории заброшенных зданий. Недавно 12-летняя девочка упала с недостроенного дома в Чите, получила множественные травмы, перелом основания черепа, ребер. По данным прокуратуры, здание оказалось заброшенным в 2012 году. При этом застройщик не организовал охрану строительной площадки и не обеспечил безопасность для населения. Бесконтрольно играют дети и здесь, на Токмакова, 30. Ребятишек очень много играют здесь. Ну, вот вообще возраст какой примерно? Ну, какой, начиная с 5 лет и выше. Когда окна открыты, же слышно кричат. Я выгляну в окно, посмотрю. Постоянно. И вот кто бы его разобрал-то, это здание или что-то, или вообще. Это же страшное дело. И таких заброшенных объектов в регионе только за прошедшую неделю прокуратурой края выявлено более 450, и к трети из них доступ посторонних лиц не ограничен. Проверку надзорный орган продолжит до конца этого года. Но уже за прошлую неделю было предъявлено порядка 7 заявлений в суды, прежде всего о понуждении заказчиков, застройщиков, а в случае, если объекты относятся к безхозяйным, о понуждении органов местного самоуправления установить ограждение по периметру этих зданий, сооружений или иным способом обеспечить безопасность.